Всем привет! С вами Антон Печеровый, и сейчас вот я хотел бы рассказать о программе Chevrolet Explorer. Вот, значит, для работы она служит для работы с нашими мозгами. Вот мы можем работать с двигателем, это автоматическая коробка передач, ABS, модулем подушек безопасности. Вот, значит, для ее настройки нам необходимо выбрать в пункт сервис настройка, задать компорт, на который установился наш кабель, виртуальный компорт, установился нашим кабелем, и задать папку, куда она будет сохранять каталог с отчетами. Собственно говоря, на этом все. То есть мы выбрали нужный нам компорт, его можно посмотреть через диспетчер устройств. То есть вот здесь вот. Вот он, диспетчер устройств. Порты COM и OPT. Вот, видите, USB serial компорт COM4. Вот, то есть мы установили связь, выбрали его в программе. Все, здесь все окей, и нажимаем установить связь. Выбрав наш ЭБУ, то есть двигатель, вот на меня в данном случае это MR140. Выбрали. И можно зайти в раздел «Паспорт ЭБУ». И мы сейчас увидим идентификационную информацию. Также можно прочитать параметры и ошибки. Вот. Более подробно я вот снял отдельный ролик с рассказом параметров, который можно считать с мозгов. Вот просто я в том ролике упустил момент настройки, для меня это кажется просто элементарным, а вот кому-то может быть это интересно. Поэтому всем спасибо за просмотр. Пока-пока.